39 обладателей Алтынбельге не смогли получить грант на обучение в этом году. По словам представителя Минобразования Серика Умербекова, это вполне допустимо. Абитуриенты подают документы, как правило, на престижные специальности, при том, что количество грантов на экономику и юриспруденцию из года в год снижается. В министерстве отметили, что отличники, не получившие образовательный грант, смогут обучаться за счет университета. Мы уже, как я уже сказал, обратились к ректорам высших учебных заведений. Теперь обладатели знака Алтынбельге должны будут пойти в тот вуз и обратиться в приемную комиссию. Их обращение в приемную комиссию обязательно, значит, будет доведено до ректора, и все ректоры высших учебных заведений, они поддержат прежде всего обладателей знака Алтынбельге.